Всем большой привет подписчикам и интересующимся моим каналом. Сегодня я увидел одно приспособление, устройство, которое придумали наши предприимчивые жители. Это устройство, когда нет балконов или еще других сушильных мест для сушки одежды. На втором этаже жилого дома сделана вот такая вот штука для сушки одежды, белья. Между двух пластиковых окон на кронштейнах сделано устройство на роликах. Между ними натянут трос, по которому можно перемещать вот эту вот связку белья между окнами. Два кронштейна вынесенных прикреплены прямо к раме, и на них укреплены ролики. Вот я ближе показываю вам. Один кронштейн, и в следующем окне второй кронштейн. По тросу натянуто, значит, белье крепится на прищепках, и его можно перемещать вдоль этих окон. Вот такое вот интересное устройство для сушки одежды и белья. Также можно, я думаю, сделать такую штуку и между двумя домами. Подписывайтесь на канал, много интересного будет. Спасибо за внимание.